это согласно мы ловить не будем. О, молодец. И умничка. А вот хорошо. А вот теперь первое контрольное задание. Контрольная работа. Я тебе кружочки начерчу. Если я буду говорить гласный звук, ты будешь закрашивать красным. А если я буду говорить согласный, ты будешь закрашивать синим. Ладно? Сашенька, ты только не достал простой карандашик. Где? А вот у тебя в пенальчике. Давай посмотрим. Все, слух у тебя замечательный. Слышишь ты хорошо. Ты слышишь, какой звук тянется, во рту не встречает преграды, воздух проходит свободно, губки стремятся раскрыться. А какой тебе надо? Простой карандаш. А простой у нас вот, да? Вот он. Это простой. Так, я тебе сейчас нарисую 10 кружочков. 5. Первое задание. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Перед тобой два карандаша. Красный и синий. Если я называю гласный звук, то ты... закрашиваешь его красным. Скажи, гласный красный. Гласный-красный. Гласный-красный. Как складно, да? Еще раз говори. Гласный-красный. А согласный-синий. Говори, будет. Согласный-синий. Итак, повторяю. Сашенька, смотри. Если губки стремятся раскрыться, воздух проходит свободно, во рту не встречают преграды. Это гласный звук. А если губки стремятся сомкнуться, то это будет синий. А гласный красный. Мы пока еще с тобой не смотрим на буковку, Сашенька. Мы пока еще буковку не видим. Мы только ее сейчас слышим. Да? Поэтому слушаем внимательно. И тебе ушки должны подсказать. Ты сейчас услышишь и правильно сделаешь. Какой карандаш надо взять? Умничка, красный карандаш. Закрашивай первый кружок красным карандашом. Закрасила. Так. О, Сашенька, а как же мы карандаш-то держим? А? Давай, давай правильно карандашик возьмем. Так. Давай вот этот пальчик сюда. Во-во-во, тремя пальчиками. Сейчас мы папе дадим рекомендацию тут же о покупке. Так, давай сюда. Закрасим. Карандашом. Правильно. Это сразу вам задание. Значит, ну это где-то нам надо записывать, наверное, да? Есть